Открытая, приятная в общении, целеустремленная и трудолюбивая. Именно так можно описать делегата 6-го Всебелорусского народного собрания Юлию Рогощук. Благодаря этим качествам девушку сначала заметили в территориальном центре социального обслуживания населения Ленинского района города, чуть позже в общественном объединении БРСМ. В новой должности девушка недавно, но благодаря ее инициативности уже много интересных идей реализовано. Брендовых проектов улучшено, а новых инициатив взято на карандаш. По Брестской области курирую все волонтерские отряды, а у нас их уже более 3000 человек состоит и 186 волонтерских отрядов. Неделя добра перед 9 мая, которая проходила. Также это в школу с добрым сердцем, День защиты детей с Белорусским республиканским союзом молодежи. Это чудеса на Рождество, которые вот буквально недавно были подведены итоги, и более 2000 деток по Брестской области получили поддержку, помощь в виде каких-то сладких подарков, канцелярских принадлежностей. Это лишь малая часть тех акций и проектов, в которых принимают участие члены БРСМ. Это люди не только с большим сердцем, но и с активной гражданской и общественной позицией. Именно такого мнения о своих коллегах придерживается Юлия Рогощук. Высказать свое мнение, при этом не забывая слушать других, принцип которого придерживается девушка. А потому большое количество открытых диалоговых и дискуссионных площадок, общественных приемных, которые проводили и в которых участвовали молодежные лидеры, стали отличным помощником в определении задач на 6-м Всебелорусском народном собрании. Участвуя в данных мероприятиях, на тех же диалоговых дискуссионных площадках у нас конкретно в городе Бресте, молодежь неоднократно отзывалась о том, что существует проблема молодые специалисты, трудоустройство, распределение. Да? Также поддержка молодежи в маленьких городах, селах. Безусловно, это же и поднятие возрастной границы молодежи, то есть с 31 до 35. Предложение о введении механизма грантового финансирования проектной деятельности молодежных общественных объединений является одним из основных. Такая идея поможет обеспечить организациям равные условия на конкурсной основе. Эти и многие другие вопросы будут освещены делегатами на 6-м Всебелорусском народном собрании.